Всем большой привет! Покажу вам сегодня одну из своих любимец. Так, я уже жду вот это вот. Юля, ты каждую орхидею показываешь и про каждую орхидею рассказываешь, что это твоя любимица. Да, ребятки. Так как я ограничена в пространстве, во времени, в своих силах и возможностях, то, конечно же, я стараюсь собрать только своих любимец, тех, кто меня прям покорил, жить без них не могу. А все остальное, что нравится, да, очень красиво, и прочее-прочее, я, к сожалению, не покупаю. Я покупаю только самых-самых любимых. И это бросовола Надоза Панама. И вот такая ожидалочка. Смотрите, какие стрелочки. Раз, два. Вот здесь маленькая. Три. Вот за пальцем моим. И вот я сегодня достала и вижу, что вот здесь вот четыре. Так, у меня четыре новых роста. И будет... Четыре цветоноса, четыре цветения будут не одновременные, будут последовательные. Значит, долго она меня будет радовать. А, росла она у поставщика вот так вот ровненько, а у меня уже вот такая раскоряка. А, я пыталась поначалу ее выравнивать вот так, а потом решила, ах, расти моя буйная, куда ты хочешь. Королева ночи все-таки, можно ей разрешить немножко порасти по-другому. Радует меня это чудо. Не знаю, как-то быстро мы с ней нашли общий язык, без всяких танцев с бубнами, чтений, перечтений, что к чему. Вообще, она у меня просто пошла на интуитивном уходе. Вот честно признаюсь, вообще на интуитивном. Это был тот случай, почему, когда я почему-то не пошла, вот знаете, вычитывать, искать, перечитывать, смотреть чей-то опыт. Вот просто купила и как-то и пошла на интуиции. Не знаю, что во мне стрельнуло, но я безумно довольна и в который раз себе говорю, блин, Юлька, надо чаще слушать свою интуицию. Потому что у меня очень часто бывает, что я ращу и так, и вот так, и как советуют, и то, и то, и то, потом плюю. Я говорю, нет, все, нифига, надоело, буду растить по-своему. И все идет как надо. Надо себя приучить, блин, меньше думать. Меньше думать, больше следовать своим ощущениям. Так? Корневая отличная, я ее пересаживала после получения. Она просто заплетает все корнями, все, что может. Это, кстати, Микки. Была поставка от Микки. Так, вот здесь вот много молодых корней закапывается вот туда, внутрь. Просто цветоносы. В общем, я очень-очень рада. И, блин, она классная. Я очень жду цветения. Я... Всегда любуюсь цветениями этой красоты у всех остальных. Она меня просто завораживает, хотя, казалось бы, крайне простой цветок. Но, боже, он прекрасен. Он для меня просто шедевральный. Он неимоверный. И еще хочу еще на доз. Это у меня Панама. Хочу обычную, хочу Панама Суар. Хочу еще другие. Очень хочу много. Ну, прям очень много хочется. Действительно, гибриды некоторые с ней хочется. Очень завораживают меня ее цветы, эти дудочки, эти трубочки, это развернутая губа, которая в форме сердечка, эти зеленые лепестки, ну не знаю, она просто удивительная, дикая красавица. Правда, шедевральное растение, шедевральные цветы, я не знаю. Многие говорят, да ну фу, она такая обычная, в ней ничего нету, где эти рюши, где красота. Более пышных котлей, которые действительно королева орхидей. А она так. Не знаю, мне очень нравится. Вот такие у меня результаты. Так что ждите, скоро-скоро обязательно уже зацветет. Будет видео с цветением, и фотки классные будут. Да, и для тех, кто спрашивает меня про волосы. Будут, волосы будут, но уже не синие. Немножко будет весной. Изменения внешнего вида. А пока так. Пока все очень природненько. Ну что ж, похвасталась. Вернее, поделилась. Мне не нравится говорить похвасталась. Я больше люблю говорить поделилась с миром красотой, радостью и счастьем. Так что поделилась с миром. Возможно, вы после таких моих от этому прекрасному растению тоже захотите себе такое купить. Вперед! Как по мне, крайне интуитивная, неприхотливая котлейка, большая, молодец, прекрасно переживает период засухи, прекрасно переживает, если вы там лишний разочек ее полили, ну, опять-таки, прекрасно переживает, когда
Субстрат невлагоемкий, дышащий. У меня вот и небольшие дырочки есть, такие продольные. И, конечно же, когда соответствующая температура. Зимой лучше не заливать. Так, в общем, прелестнейшее чудо. Радует, не могу. Так что рекомендую. Всем большое спасибо за просмотр. Ждите, конечно же, видео в раздел «Портреты орхидей», когда она зацветет. Заглядывайте в описание, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. У меня до прощения дольше, чем видео выходит. И, конечно же, спасибо всем за поддержку. А сейчас вот здесь уже, наверное, появились ссылки на другие видео, которые вам могут быть интересны. И на этом уже точно все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока!